Ее творчество отличается утонченностью и удивительной цельностью. Это как непрерывный жизненный поток. Так ценители искусства характеризуют работы известного дагестанского художника Натальи Савельевой. Картины можно увидеть в Доме поэзии, где проходит ее персональная выставка под названием «Дары». Эта экспозиция вторая, и она, как и предыдущая, пользуется большим успехом. Искусствоведы и любители дают высокую оценку Савельевой. Выставку полотен посетил и депутат Госдумы, и член комитета Госдумы по культуре Юрий Левицкий. Осмотрев экспозицию, он отметил особый стиль автора и роль его работ в современном искусстве. Мы видим, что здесь выставлено не так много ее полотен, порядка 20. Но от каждого из них, мне кажется, веет такой теплотой, светом, такой приветливостью. И вообще выставка носит символическое название «Дары». Это такой подарок хорошего настроения.